И чё это у нас сегодня, а? Здравствуйте, друзья. И чё это у нас тут? Кто это у нас тут самый лучший? Да кто же это? Мальчик наш. Да, на всех гавкает. Друзья мои, новый день. Я покажу вам, что у меня цветет. Вот такой оранжевый шикарный эхинопсис. Очень пахнет. Очень пахнет. Продолжаем дальше. Еще здесь эхиноцериусы цветут, и многие из них набирают бутоны. Отцвел астрофитум, но еще цветочки засохшие держатся. Посмотрите, мои хорошие, какая прелесть! Посмотрите, во всей красе целая куртинка зацвела, да? Сулькарибуция рауши. Так, что у нас дальше? Бутоны на цериусе набираются. Я надеюсь, что это бутоны, вроде как пушистые. Что у нас? Ох, какой прилетел! Посмотрите. Шмель собирает нектар, наверное, питается. Вот она красотень какая. Как работает он? Так, зацвело вот здесь одно маленькое чудо. И вот рибуция. И вот какие. Рибуций очень много. Все сразу и не упомнишь название, чтобы вам рассказать. Так, гумнокактус по новой, новый цветок. Моя денмоза. Да. Две денмозы, и вот они. Так, что у нас дальше? Турбинекарпус беленьким. А вот красный шикарный эхинопсис. Да. А вот еще два. Как же они пахнут. Мне очень жаль, что не могу передать это. Может быть, когда-нибудь изобретут, чтобы через камеру почувствовать запах. Вот какой красненький, красивый. Это прислал мне мой друг Алан из Франции. Маленькую деточку. И вот уже какой большой кактусик. И даже зацвел. Вот еще один шикарный кактусонок. Это все эхинопсисы гибридные. И здесь один француз зацвел. Вот. Отвезу этот красивый кактус своему внуку. Мое лимонное дерево пустило новые побеги. Стояла, стояла, думала, думала. Оно совершенно молоденькое еще, не окрепшее. И вот пустило новые листочки. Я этому очень рада. Зацвела лобивия. И вот еще одна лобивия зацвела очень красивыми фиолетовыми цветками. Вот. А вот, друзья, у меня отцвел трихоцериус, и я к нему полезла. А у него, оказывается, загнил корень. Я его быстренько облагородила, обрезала, поставила сушить, и потом его поставлю на укоренение. Вот здесь тоже бутоны набирает все. Еще цветет рибуция. Она очень обильно цветет, всегда прекрасно. Вот еще один турбинекарпус. Вот хомоцеуриус сильвестрии. И здесь турбинчик. Здесь набирает. А там у меня гимнокалициумы стоят. Вот один гимнокалициум вверху цветет шикарно. Да. Вот еще. И это эскобария минима. Таким вот красивым. На улице у меня вот такая шикарная роза зацвела. И еще один сорт. О, как вот это летает возле розочки. Вот такой вот интересный, разноцветный. Смотрите, очень красивый. Но они какие-то хлипкие, такие вот
очень нежные. Поэтому здесь надо ходить аккуратно, чтобы ничего не повредить. Покажу вам сейчас шикарную розу. Поглядите. Вот. Видите, какая она с завитушками. Здесь у меня в углу черная королева роза. Когда она расцветет, я покажу вам. Вот мой любимый пиончик. И все остальное здесь у меня в саду. Все еще цветет разбитое сердце. А вот какие шикарные ирисы. Ну, на этом буду заканчивать. Желаю вам хорошего дня. Пока-пока.